Другой проект энергетического лагеря на Байкале уже успешно себя зарекомендовал. Школьники со всей России в течение 2 недель примеряют на себя различные социальные роли и определяются с будущей профессией. Какие сюрпризы преподнесла очередная смена, в курсе Павел Марчуков. Несколько брусков и веревок. Сразу и не скажешь, что это проект склада для торфяной энергостанции. Аналогов в России у таких объектов нет. Так что к возведению макета команда школьников во главе с Дарьей Ивкиной подходит основательно. Тут нужны знания в области экологии, географии и энергетики. Почему эко-тест? Потому что у нас есть дополнительные фильтры, чтобы не было вредных выбросов. Потому что и так достаточно загрязнено место. Местом для воплощения этого и других амбициозных проектов стала образовательная смена на Байкале. На протяжении 2 недель больше сотни школьников со всей страны постигали азы энергетики, одной из наиболее перспективных и интересных отраслей промышленности. А чтобы вникнуть в нюансы было проще, занятия проводили в форме игры. Лагерь превратился в государство со своим правительством, парламентом, биржей и СМИ. Важно то, что многие из детей, с которыми сегодня удалось поговорить, они уже, в принципе, определились с направлениями там, где они в дальнейшем будут себя реализовывать. Это, соответственно, как бы энергетика, да. То есть очень понравилось знание, базовые знания работы и принципов объектов электросетевого хозяйства. Для чего, в принципе, нам нужна энергетика и что она нам дает. Дают полезные знания в лагере на Байкале уже 5-й год подряд. Все это время проект поддерживает компания N+ Group и благотворительный фонд Олега Дерипаска «Вольное дело». Летние смены помогают детям не только определиться с будущей профессией, но и понять основы устройства современного общества. Когда я общаюсь с детьми, знаете, прихожу все больше и больше к выводу, что на самом деле это для них важнее отношения. А вот то, что идет экономика, идет политика, это все фон для создания вот этих отношений. Но на самом деле они как бы очень мудрые. И, наверное, они все-таки правы, что если ты научишься выстраивать отношения, и уже не важно, где ты будешь, в экономике, в политике, в любой сфере, ты все равно будешь успешен. Стать успешными в следующем году попробуют больше школьников. Специально для них в лагере даже построят дополнительные корпуса. Опыт предыдущих летних смен показывает, такие старания не напрасны, и дети успешно применяют на практике все полученные на Байкале знания. Павел Марчуков, Сергей Полянский. Новости по будням.